Ух, горяченькие. Словечки из печки. Ну, здравствуй, внучок. Что сидишь, вылупился? Весь день у своих ноутбуков провел. А мне что обещал? Посуду помыть, пол помыть тоже обещал, пропылесосить, а сам просидел. Мне что сказал? Железобетонно, да? А вот сейчас что-то печечка испекла. Вот тебе слово как раз в тему. Ironclad означает железобетонно. Вот как ты мне обещал, только ничего не сделал. Вот обещаешь кому-то что-нибудь сделать, да? И тогда можешь и добавить слово Ironclad. И это будет знак человеку, ну, он поймет, что ты серьезно настроен и... Ну, знаешь, по-русски мы говорим железобетонно или там стопудово что-нибудь сделаю. Вот тут то же самое, только по-английски. Иди давай, хватит сидеть... комментарий там строчить на канале у меня. Давай, иди, погуляй. Ironclad, запомни. И не возвращайся. Счастливушка тебе, твоя бабуля.